Ситуация в зоне безопасности под контролем. Доклады Объединенного военного командования заслушали на заседании ОКК. Заслушаны два новых доклада Объединенного военного командования за истекший период. Вот, исходя из этих докладов, они приняты к сведению Объединенной контрольной комиссии, но исходя из этих докладов, обстановка в зоне безопасности управляемая и контролируемая. В докладах в том числе говорилось о случаях обнаружения снарядов в зоне безопасности. Речь идет об опасных предметах, которые люди находят на своих приусадебных участках. В основном это боеприпасы времен Великой Отечественной войны.